Добрый день, друзья! Сегодня 7 мая 2021 года. Сейчас будем брать пробу воды. Я вам скажу, где вот я вчера на третьем пруду купался, сегодня вот здесь. Скажу вам, где вода прикольней, теплее, лучше. Блин, пока мне здесь больше нравится. Вода более мягкая, более такая не тяжелая. Классно. Да, друзья, сегодня 7 мая, день радио. Хочу вас всех поздравить, но хочу, не знаю, огорчить или как. Все вы думаете, да, что радио изобрел Попов, да, наш ученый. Но на самом деле его первый изобрел радиоприемник Генрих Герц, а Попов его только усовершенствовал. А в Америке вообще считают, что радиоприемник изобрел Никола Тесла, американский изобретатель сербского происхождения. Ну, как бы там ни было, неважно, кто из них первый изобрел. Главное, что они все вместе большой вклад несли в изобретение радио. Здесь электромагнитные колебания, радиоволны. Раньше они даже назывались волны Фарадея и Максвелла, по-моему. Все они, в общем, молодцы. Все они головастые мужики. В общем, на Ниве кто-то приехал.